Всем здравствуйте! Сегодня мы снимаем блог для этого заведения. Это клиника лазерной терапии. Посмотрим, что у них есть. Заходим в клинику. Вот. Всем привет. Идем дальше. Кто у нас тут? Это наши модели. Прекрасные модели. Всем привет. Это Лиза. Она здесь босс. Она здесь самая главная. Лиза, расскажи, чем занимается твоя клиника? Лазерной косметологией. Ох, дальше покажем. Это Маша. Маша сегодня продюсер. Маша, какой у нас сегодня план? Что мы снимаем? Мы снимаем клинику Лизы. Какие кадры мы делаем? Давай, показывай. Идем. Ну, вот у нас тут весь став. Да как это мы ничего не делаем? Маша обманывает. Мы вот здесь снимаем, на самом деле, уже много всего сняли. Такая у нас система. Тут система, ниппель, просто вот так вот камера. Отсюда идет провод, идет сюда. Там лежит ноутбук. С ноутбука все передается вот сюда. Сюда мы положим модель. Будем делать ей всякие разные процедуры и фотографировать. Кадры мы делали для Инстаграма, поэтому по большей части они вертикальные. Начали с портретов моделей, деталей, косметики, а уже затем перешли к съемке процедур. Из техники я использовал камеру Sony A7 III с объективом Tamron 28-75, вспышку Godox 862 версии и софтбокс Aurora Firefly диаметром 65 см на стойке. Во время съемки работал беспроводной плейбэк, и на iPad вся команда могла смотреть фото и давать правки. Места не всегда было достаточно, поэтому ради кадра приходилось принимать интересные позы. Еще на этой съемке я побыл моделью. Получилось неплохо. Спасибо всей команде за работу, а клинике LaserTouch за доверие. Ищите эти фотографии у них в профиле.